Всем привет! Сегодня мы делаем обзор одного из моих аккаунтов, который находится на сервере Android. Играю я где-то вот и 2 месяца, уже успел получить монарха. Так, первый герой — рыцарь, 10-10-5-5 ремка, прокачал по фану, нигде его не использую. Друид 10-10-8-8, бог войны, использую на архидемоне, также для прохождения кошмарных подземелий. Тыква берс 8-8-10-10, используется практически везде. Вторая тыква тоже 8-8 замедления, 10-10 для архидемона. Сделал, прокачаю, пока тестирую. Минотавр 10-10-7-8. Пока надобности прокачки на 8-8 нет, да есть куча других героев, которые могут его заменить. Купидон 10-10-8-8, рунами стоит замедление, это Купидон для архидемона. Арес 10-10-5-5 ремка, рунами психощит. Использую тоже очень редко его. В основном на атаке фантом. Влад Дракула 10-10-5-8 бастион. Не использую пока его нигде. Рыцарь тьмы был изначально с богом войны прокачан. Потом поменял на корку. Была также ремка. Был на архидемоне нужен, но мне он, пока в нем сейчас потребности нету, тоже его нигде не использую. Химера 10-10-8-8, бог войны, рунами смертельный удар стоит, использую на архидемон. Разрушитель тоже был ремочный, поставил корку, тоже нигде не использую. Варлок 9-10-5-5 ремка, нигде не используется. Вот второго варлока буду качать с богом войны, тоже 10-10. Дерево 10-10-5-5 ремка, рунами ожива, используется на атаке фортов. Королева Харпи 10-10-5-8, пока тоже нигде не использую. Первый череп 9-10-8, докачивать, наверное, не буду. Практически тоже нигде не используется. Так, Дрейк буду прокачивать. Основной был с бастионом, потом я его поменял на огненную защиту и решил качнуть второго Дрейка. Буду тоже прокачивать его. Основной Дрейк 10-10-8-8, огненная защита. Очень хорошо себя показала в защите на битве гильдии, также в PvP режимах. Очень хорошо такого Дрейка использовать. Гаргул 10-10-7-8 используется только на лаве и на адском саммите. Больше пока ему применения нет. Арктика 9-10-5-5 ремк. Так, Валентина 10-10-5-5 ремка. Очень хороший герой в PvP режимах. Тоже очень часто его использую. Вторая Валентина 10-10-8-8, огненная защита для защиты на битве хилли и PvP режимах. Тоже очень неплохо себя показывает. Друид 10-10-5-8. Пока надобности тоже прокачивает, таланта выше нету. Стоит замедление, это для гильдейского босса. Укротитель прокачан для архидемона, 8-8, бог войны, 10-10, рунами стоит замедление. Одержимый 10-10-8-8, каменная кожа, герой используется тоже практически везде, сейчас он стоит на защите на битве гильдии. Медуза 10-10-5-5 ремка, разброс.
использую на арене, а также иногда замедляю босса. Вальтор 10-10, 8-8 огненная защита. Используется в PvP режимах и на защите на битве гильдии. Второй Вальтор 10-10, 7-8 буду докачивать, чисто прокачан под архидемона. Еще один Вальтор PvP-шный 10-10, 5-5 ремка. Ведьма 10-10, 8-8 замедления для архидемона, для боссов используется, очень много локаций для нее есть. Основная ведьма 8-8, бастион 10-10 для PvP режимов. Призрачный статик 8-10, 5-5 не используется вообще. Малышник использую в забытой битве для стана. Так, идем дальше. Хранитель 10-10, 5-5 ремка. Используется тоже практически во всех локациях. Рунами ставлю ему психощит. Второй хранитель 10-10, 8-8 огненная защита для защиты на битве гильдии. Сердцеедка вкачал для архидемона, буду прокачивать позже. Анубис 7-8, 10-10 с богом войны качаю для прохождения кошмарок. Второй Анубис для защиты на битве гильдии Корка и 10-10, нами стоит психощит. Ронин также для защиты на битве гильдий 8-8, каменная кожа 10-10, рунами психощит. Новый игрок Стрелок, его сейчас прокачиваю 9-10, 5-8, пятый психощит. Очень хорошо себя показывает на защите в битве гильдии. Дальше у меня идут герои с первой эволюции. Шапка, которую фактически тоже уже не использую. 9-10, 5-5. Смерть 8-8, 5-8. Ну, тут уже руны, в принципе, можно не показывать. Не рассказывать. Атлантикор ремочный. Еще один Купидон, его я использую для кошмарок, для прохождения. Он первой эволюции, бафает всех последних, поэтому очень удобно. Дракончик с разбросом тоже не качаю, надобности пока в нем нет. Еще один дракон ремочный, это мой первый дракон был. Его прокачал на девятку, тоже забросил, надобности в нем пока нет. Арес доп 8-10-5-8 тоже буду прокачивать со временем. Дедушка 10-10-5-5 используется для замедления на гильдийских боссов. Фея 9-10-5-8 тоже фактически нигде не использую. Череп с огненной защитой буду тестировать. Череп смертельным ударом. Череп с каменной кожей. Череп с коркой. Очень хорошо себя показывает, буду его вкачивать со временем. Гаргул тоже на защиту. Кенди тоже пока нигде не использую. Арктика 7-10-5-8, вторая доп, тоже не использую. Душегуб берсовый 7-10,
тоже его пока не использую. Леди Лео тоже будет прокачана в ближайшем времени для забытой битвы. Очень хорошо себя там показывает. Дополнительный одержимый. Честно говоря, пока задумываюсь над его прокачкой, возможно, его солью и вкачаю второго стрелка. Дракос, которого тоже нигде не использую. Медуза, вторая, тоже буду прокачивать для PvP режимов. Вальтор с коркой пока стоит, ждет своего времени и прокачки. Вальтор с каменной кожей. Буду пробовать его в защите, также на атаке фортов. Малышник для защиты на битве гильдии буду прокачивать со временем. Хранитель с коркой, тоже очень интересный. Хранитель с каменной кожей. Анубис с каменной кожей. Ну, тут пошли уже гарнизонные герои. Так, питомцы. Ангелок. 19 уровень, 7 уровень скилла. Огневик точно такой же. Слоник. 6 уровень. Новый герой Чикабум. Дракончик. Очень нравится этот герой. 9 скилл уже. Очень хорошо себя показывает во всех локациях. Феникс для замедления на архидемоне, на босса. Цепелин. Карасик. Тоже очень хороший герой. Хорошо восстанавливает здоровье всем. Авиар. 8 уровень скилла. Скоро будет тоже 9. Пегасик. Тоже скоро перейдет на 9. Аврора. Честно говоря, даже не знаю, куда этого героя использовать. Так, пока есть, но особо его не использую. Так, давайте покажу склад. Склад я регулярно чищу, потому что места не хватает. Коробочки с акцией. Герои всех лишних я сливаю, которые не нужны для эволюции. Так. Волны пройдены все. Пришествие монстров точно так же. Кошмарки тоже пройдены все. Всем. Акции и герои, некоторых я уже собрал, повыкупал, это уже по повторному кругу собираю. Вальтор уже тоже был за осколки, это уже второй. Я нахожусь в топовой гильдии, как раз проходит битва гильдий, можно посмотреть защиту. 50%, вот человек прошел на 100, 90%, 100%, 52%, шанс слива очень большой, 50 на 50. Пока у меня прошло только 6 человек. В
принципе, все. Думаю, дальше буду показывать, пилить новое видео и буду делать обзоры героев с одного и с других аккаунтов. Там тоже есть топовые герои с другими талантами. Всем спасибо, пока.